Сегодня у нас воистину народная барышня. Всегда была, ну, барышня из народа. Но все-таки я осталась народной. Я из народа. Я сама из народа. Бородина Ксения Кимовна, 40 лет, любит омаров и курбанов. Род деятельности – менеджер, телеведущая, актриса и диджей. Да уж, ладно, давайте от приземленного к более возвышенному. Завсегдатая вип-домика и охранительница лобного места родилась 8 марта 1983 года в Москве. Породистая Ксюша, так же как и все простые крепостные из народа, родилась в самой обыкновенной семье. Ее мать, просто мать, простая мать из народа, Инна Булатовна, еще при СССР работала руками, в отличие от своей дочери, в магазине «Березка», в который не то что пускали избранных, да там палку колбасы, чтобы купить нужны были влиятельные знакомые, черный пояс по карате и прописка в центре Москвы. Помимо денег, естественно. Баловни судьбы, которым довелось жить и работать за границей, имеют привилегии и на родине. Они могут покупать товары в специализированных магазинах «Березка». Я не знаю, помните ли вы такой магазин «Березка» был? Ну а как же, да, вот. Валютный. Да, да, валютный магазин, там работала моя мама. Ну, народная семья, прям как тысячи других в стране с завышенной преступностью и кризисом. Я сама из народа, и я это все очень люблю. Отец Ксении Бородиной был еще проще, еще народнее, чем ее мать. Амоев Ким Джимоевич, народный криминальный авторитет и родственник народного вора в законе деда Хасана. Я про деда Хасана, это вот наш родственник. Бородина, родственница вот, криминального авторитета и деда Хасана. Вот... АУЕ. Это Мико Муравей базарь, самый блатной пацан, это мой. Здесь ворон! Ну, простой отец, простой как 5 копеек. Вы извините, что я так сижу, просто пальцы поломались, не сгибаются теперь. Я сам, чего уж тут скромничать, будучи простым человеком из народа в те нелегкие времена, у своей мамки в животе вместе с Володькой такие тусы закатывал, та ты шо. Вскоре после рождения ходячей энциклопедии, ее мать расходится краями со своим мужем криминальным авторитетом. Что там произошло у них, я не знаю, ибо ставить диагноз по видео не умею. Как мне кажется, кровь блатная дала о себе знать. Ну, а дальше пьянки-гулянки, шире-выпырево, короче, стандартная процедура. Была еще одна версия, вроде как батя ушел с лотерейным билетом и пропал. Видимо, выиграл. Простая как 5 копеек работница «Березки», мать Ксении, прикинув хер к носу в прямом переносном смысле, решает ретироваться в Европу вместе с дочкой. Девчонки оседают в Италии, где мать знакомится с итальянским архитектором и владельцем крупной строительной компании. Так как я прожила в Италии, мы прожили на очень красивом острове Капри долгое время. Вот, очень знаменитый остров, и я успела и жизнь красивую. Италия вкусна, я знаю итальянский. Я там прожила больше 10 лет со своей мамой, своей мучимым. Никто мне ничего не принес на блюдечко. Помню, что я за лето в 14 лет уже заработала типа там 300 или 400 евро. Потом я пошла работать в магазин, сувенирная лавка. Да-да, в те времена было модно путешествовать по Европе, не удивляйтесь. Всегда была, ну, барышня из народа. И я. Тот, который в магните выбирает хлеб подешевле, слушаю эти разговоры про простых из народа. Тяжелая жизнь на берегу Лазурного моря, где из проблем были недоваренная карбонара и кислый сыр моцарелла, резко пошла под откос. В 16 лет Ксения на Блаблакаре прилетает из Италии на родину в Москву. И тут случается ужасное. Позвонил отец и сказал: «Я сейчас приеду, тебя заберу, поедем в ресторан». Простоял у подъезда часа 4, человек так и не приехал. В этот же день Ксения решила, что возьмет фамилию матери. Ну а дальше все как в тумане. Мигалки, врачи в белых халатах, лобное место и губоконь. Рядом сидит и ржет. Но есть одно но. Все это было спланировано для лошар. Чтобы люди думали, якобы Ксюша это святой мученик, лик которого надо поместить на икону за трудолюбие и упорство. Я не родилась золотой серебряной ложкой. Да у меня в жопе, не волнуйся. И никто мне ничего не принес на блюдечке. Мой папа появлялся крайне редко с деньгами. Да, в семье. И появлялся обычно там с пачкой денег. На различных телепередачах и интервью простая жаба из народа очень долго рассказывала сказки про то, как долго она проходила многочисленные кастинги, как долго пробивалась на телек и как хер без соли доедала, но ничего не получалось. Нет, можно было бы, конечно, отправить телеграмму маме в Италию или попросить о помощи, например, авторитетного отца, но Ксюша должна была долбиться всего сама. И тогда я поняла, что я все должна делать сама в этой жизни, что никто не придет и не поможет. Папа! Мне не нужны твои деньги!
Она же все-таки не очередная симпатичная ночная бабочка, которая через постель получает все, что она захочет. Ведь она скорее как ночная гусеница. Ночная гусеница – это же как призвание, через терни надо прогрызать себе путь к лучшей жизни, к звездам. И, о чудо, девушку, у которой вместо одного рабочего полушария одна четвертая часть без образования и опыта работы, берут на роль ведущей сразу на федеральный канал. Чтоб жизнь медом не казалась. Ну, телезрителям. Да, я, согласен. Например, не училась на ведущую, да, вот и не получала никакого в этом плане образования. Хм, оно и видно. Кое-кого из наших участников ждет. Сейчас вообще не пойму, что происходит. Что ты понять не можешь? Вот что ты не можешь два слова выучить, Ксю? После Италии тяжело обратно на русский перестроиться. А чуть позже всплыл еще один занятный факт. Девушка без образования, опыта и знакомств еще до рассказов о тернистом пути каким-то чудом очутилась в одном заплете с известным на то время продюсером Валерием Комиссаровым. Комиссаров, помимо продюсирования телепроекта «Дом-2», занимался еще и другим проектом, который назывался «Окна». Программка, кстати, была «Мое почтение». Там Димка Нагиев, сидя на картах, раскидывал зажили-были. После просмотра программы «Окна» единственным выходом для зрителя было разве что через окно. Она работала у меня, как известно, на окнах. Здравствуйте, Мартина. Угу. Я знаю итальянский, я там прожила. Угу. Это вы, это такое приветствие, да? Да, добрый вечер. Добрый вечер, да. Добрый вечер. Я приходить на вашу программу, потому что у меня проблема. Дело в том, что я искать идеальный русский мужчина. A few moments later. Я на самом деле свободный человек и могу встречаться одновременно даже с 10 мужчинами. Мужчина определяется делом, а не словом. Oh my. Ну что тут можно сказать? Гойда, теперь-то, думаю, понятно, как человек с лицом, требующим кирпича, попал на федеральное ТВ в царство похоти и сплетен. Нет, она, конечно, проходила кастинг, как и все простые смертные, но кастинг этот был особенный и персональный лично для Валерия Комиссарова, под чутким присмотром ее отца. Да и вообще, с такими связями, которые были у ее отца, ее бы взяли даже на роль дивана к Малахову, пусть говорят. Родственница, значит, ну как бы, криминального авторитета. Да. Я говорю, ну нормально, на телевидение можно попасть. Не то, что можно, даже нужно, только вот с фамилией бы разобраться. В этот же день Ксения решила, что возьмет фамилию матери. Чтобы на кастингах продюсеры сразу на колени не вставали и в обморок не падали. Но и тут все не так просто. Ее фамилия Амоева, если мы помним, да? Я ей придумал фамилию, да, на минуточку. Мне дали псевдоним Бородина, я... Ну, чтобы быть тоже как-то в этой типа политической теме. Поближе к народу, короче говоря. Потом так получилось, что со временем как-то вот народ отсеялся, я просто прекратила с ними общаться. Вот видите, как бывает. Связями влиятельных родственников пользовались Бородина и Собчак, а по итогу переиграла всех сутулая без рода и племени Блиновская. Ну а сейчас минуточку внимания, пожалуйста. Очень многие мои зрители, то есть вы, смотрите меня без подписки на мой YouTube-канал, поэтому прямо сейчас подписываемся на мой YouTube-канал, потому что как только на моем канале появится 3000 новых подписчиков, я выкладываю новое видео. Все честно и без обмана, как у волшебника Сулеймана. Авторитетом в сомнительном обществе, в отличие от деда Хасана, Ксюша не пользовалась, что говорит о качестве сперматозоидов, запущенных в отверстие жены ее отца. Соведущая с более влиятельными родственниками постоянно подавляла Бородину своим авторитетом и гоготала как лошадь. Ты знаешь, что я тебе могу сказать? Ты меня сейчас доведешь до того, что я начну ставить ультиматумы, и поверь, эти будут ультиматумы не в твою машину и пользу. Ты меня поняла, девочка? Какие ультиматумы? Такие. Ты хочешь, чтобы я начала, чтобы мы поиграли в игру, кто из нас здесь нужнее и сильнее? Ты хочешь, чтобы я в это поиграла? Давай поиграем. Это давай посмотрим. Абсолютно. И будем идти работать редактором. Ты меня поняла? Бесконечное моральное унижение продолжалось очень долго, пока Ксюша Собчак не свалила с телепроекта «Холм-2» ради своих политических амбиций. Черная грязь! Почувствовав монополию и власть, Бородина начала превращаться в диктатора на лобном месте, которому по должности положено унижать других людей. К ведущей с интеллектом Дани Милохина начали прислушиваться холопы, только потому, что она осталась единственной ведущей, без оппозиции. Сама же Бородина на этом фоне окончательно поехала кукухой и поверила в свою исключительность и талантливость. Начались байки в стиле «как правильно доить петухам вымя» или, например, байки про то, что Бородина первая придумала модный тренд фоткаться в туалете, ой, в лифте. Именно с таких постов «лифт-лук» началась моя жизнь в инста. Много лет назад. И все тогда писали, что за тупость, зачем это надо,
И потом все стали фоткаться в лифте. Правописание, пунктуация и пунктуальность сохранены. Да, думать точно не ее тема. Создательница лифт-луков протянула нам длань господню, подарив возможность фоткаться в лифте. И это на секундочку человек, которому даже фамилию какой-то левый мужик придумал. Опаньки. Я прям вспоминаю эти далекие времена лет 10 назад. В лифте с зеркалом. Еду. Хорошо так еду. Быстро, уверенно, стремительно. Весь такой красивый. Хочу сфоткаться. А нельзя. Бородина же еще не придумала. Опаньки. На этом изобретения русского Илона Маска не закончились. Как оказалось, Бородина первая придумала делать рекламу в Инстаграме. Вообще расскажу тебе историю про рекламу, если тебе она интересна. Я же первая это начала историю. Расскажу как. Удивительно. Вот он сидит, русский Илон Маск. Опять своими лекциями людей пытает. Ребята присылали очки. Говорит, Ксюх, у нас есть классные очки, модные. Давай мы тебе пришлем, а ты... их выставишь. Короче, ей бесплатно прислали какие-то шмотки прорекламировать в инсте по бартеру. А она первая додумалась до того, что можно за это помимо самих шмоток еще и деньги клянчить. Я прям поняла, что они все чаще стали. А можно пуховичок, а можно это, можно то есть. Набрали воздуха и по моей команде на счет три. Раз, два, три. Я поняла, что на мне делаются деньги. А теперь, как бы, если вы хотите рекламу... Ты стала первой, кто брал. Я одна из первых, да. Потом мне стали звонить многие артисты и говорят, Ксюх, а что, так расскажи, как? Ксюх, а что, так, как, расскажи, как? Да, да, вот это так, и так, и так. И как-то сразу все начинает превращаться в доллары. Ура! Ну, вообще-то, с такими секретами так просто не расстаются. Тараканы в башке размером с кулак всегда выдавали ее всякий раз, когда она пыталась натянуть сову на глобус и рассказать очередную ошуительную историю. Эта привычка еще с лобного места осталась, когда она пользовалась своей должностью и рассказывала недалеким всякую рыганину, а они сидели игривы махали. Если б не Бородина, сейчас бы и арестовывать было бы некого. Блиновская со своей когортой курсы по бартеру пилила бы, вместо того, чтобы пилить налоги. Появились блогеры, которые стали вот целенаправленно раскручивать свои страницы, ради того, чтобы это монетизировать и превращать это все в какие-то бабки. И у меня только один вопрос к чемпиону мира по новым придумкам. Уважаемая госпожа Бородина, а что прикажете тогда вот с этими ребятками делать? Если так разобраться и посмотреть прошлое, то я первый блогер у нас в России. Так, стоп, а он тогда кто? Я один из самых первых блогеров в стране. Звучит убедительно, но... Мы сделали русский YouTube. Я. Головка от синхрофазотрона. Да. Да, молодец. Да. Да, блядь, да. Обожаю этого парня. У всех, извиняюсь за выражение, шлюх, одни и те же геолокации. Мальдивы, Тай, Дубай. И? Вот я люблю Тай. Понятно. Ну, в хату теперь порядочно вряд ли получится зайти и прописаться. Арестанты и блатные такого точно не одобрят. Бедный папа всю жизнь свой авторитет зарабатывал, а тут дочурка одной фразой все перечеркнула. Шли годы, мир менялся, менялись хахали Ксюши, ее внешний образ, ее автомобили. Единственное не менялось, а именно ее завышенное чувство собственной важности, влажности и исключительности. Работает, так сказать, на опережение с оглядкой в будущее. Каждый день мешками приносят письма, где людям нравится, что я делаю. Пока тот же самый зритель ставит меня на пьедестал... Сейчас я веду 3 проекта. У меня их 3. Жоп подотри. А еще у нее есть кольцо всевластия. У меня их 3. Вчера у Фродо Бэггинса подмотала, когда они вместе в шире шашлыки жарили. Не каждый телеведущий может этим похвастаться. А если серьезно, она просто работает ведущей. В «Аватаре 2», «Джон Уике 4» и «Великом уравнителе 3». Помимо этого, у меня есть 3 детских развлекательных центра. 3 кинокамеры заграничные. У меня есть 2 салона красоты. Куртка замшевая. 3. Понятно вам, блядь. Занятный пациент. Человеку срочно нужен ветеринар. Инспектор гаджет какой-то. Да, ребята, из Кремниевой долины, индусы на фрилансе по сравнению с ней. Но дальше была минутка самокритики. Но если хвататься за все, ты уже из меня какая-то проститутка. Вот я люблю Тай. Ну ясно, короче. С этой нечего взять, кроме анализов. Как это вообще рождается в ее мозгу? В Тай летишь? В Дубай летишь? Много дел делаешь? Просто мастер по чужим анусам какой-то. Проститут FM с ушами. Писать книги, петь, туда-сюда. Я просто понимаю, что я не смогу. Ну не сможет. Бедолага, как всегда, хотела пукнуть, но обосралась. Отношение с народом у народной избранницы и народной любимицы и народной блогерши особенное. Вот пример одной из типичных дрессировок необучаемых подписчиков без СМС и регистрации. Прям вот тебе взорвали директ, так и расскажи. Что тобой управляет, когда ты мне такие вещи пишешь, а? Крысятина. Ты так о своей аудитории говоришь, немножко, мне показалось, немножко уничижительным тоном. Совсем чуть-чуть.
Самую малость. Со мной вот этого разговора, он короткий. Что ты, блин, за мерзкое вообще существо? Вот эти комментаторши хреновые. Запомни, ты больше, чем 80 тысяч потеряешь. Потому что у тебя куриный мозг. С накрашенными губами. Пытаетесь со мной поспорить. Ты попробуй мне в лицо и хоть раз. У тебя кишка тонка просто. Все, вы не... Ну, любит всезнайка из интернета простых холопов жизни поучить. Как правильно, а как неправильно. Какие комментарии ей можно писать, а от каких лучше повоздержаться. Несогласные с политикой тирана моментально отправляются в курятник и гордо принимают на свою шею табличку, на которой написано «борщевки». Ну вот, как рабам раньше вешали, знаете, такие. Не, ну подожди, борщевками-то я кого называю? Я называю хейтерш борщевками. Ага. То есть я называю тех, кто как бы... Как бы что? Кто... пытается показать меня с другой стороны, понимаешь? Вот суки, где они и где Ксюша? Им же черным по белому написали, что они никто. Что Ксюша лучше их. А они что, спорят? Ну сказали же вам. Вы все говно! Ну, и что вы должны ответить? Мы говно! А вы что делаете? Не состыковки ищете? Здесь вам не курорт, калаш мне взад! Это армия! Одна из таких несостыковок произошла, когда Ксения Бородина вместе со своим очередным домашним питомцем Курбаном Омаровым решили посетить одно из самых дорогих мест в Москве, дабы отведать коктейль из свежевыжатых слез бедняков с лаймом и стейк средней прожарки из бедра северокорейской трясогузки с соусом из белого трюфеля и золотой присыпкой. Отдых в самом топовом ресторане столицы шел отлично, строго по намеченному плану. Как вдруг... И богатые твари, ненавижу вас за то, что вам так легко и просто достаются деньги, а нам платят по 20 тысяч рублей. Бык племенной, увидев эту красную тряпку, села на карты, взяла айфон и поползла в комментарии данный вопросик обкашлять. Порешать проблемку, так сказать. Интимную встречу с асфальтом устроить решила очередной шумоголовой борщевке. Вся суть синдрома бедности – мышление направлено не в сторону, как жить хорошо, а на зависть. Такие никогда не будут жить хорошо. А у меня защита есть от этих ваших заумных словечек. Бедность, мышление, негатив и другие, связанные с калом. Я курс Блиновской проходил, на меня это уже больше не действует. Вам все легко достается. Я иногда просто поражаюсь незамутненности, которую демонстрируют некоторые хейтеры. Вы реально считаете, что мне хоть что-то принесли и просто так дали? Ну вообще, да. Тебе ж даже фамилию чужую просто так дали. Я работаю. Постоянно. Развиваюсь. Я еще в детстве поставила себе цели и иду к ним. Во-первых, не иду, а сижу. А во-вторых, не цели, а бревно. Не, ребят, ну она же реально всю жизнь на лобном месте на бревне просидела. Если у вас ЗП 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Перевожу с собачьего на человеческий. Если у вас две руки и обе левые, это вы виноваты. Если вам не подкинули богатого и влиятельного отца, это вы сами допустили такое. Не, ну по факту же. У нас водители, няни и домработницы все с проживанием. Золотой генофонд. Мне нужно было выбирать, либо я полечу получать гражданство в Италии, да, либо я стану ведущей. Будущее России. Почему вы не хотите свою зависть превратить в позитивную мотивацию? Почему вы не хотите пойти и найти другую работу? Переучиться? Найти подработку? Написал человек, который даже не учился. Я каждый раз за то, что я пишу и за то, что я делаю, я отвечаю, и извиняться за это как бы, ну, смысла никакого не вижу. Да было бы перед кем? Перед борщевками этими? Пусть дальше свои борщи варят. Но выходки избалованной междуножной устрицы, помимо ее фан-группы, заметили и другие люди. Короче, четвероногая была вынуждена совершить жест доброй воли. Отрицательное наступление, перегруппировку. Короче, извиниться пришлось. Хотя лучше бы вообще молчала. Я не обвинила людей, которые зарабатывают 20 тысяч, что они дураки. А я сказала, не пишите мне, если вы зарабатываете 20 тысяч и не... Минут 10, 15, минут 5, 10... 4-5. Бедная так затарахтела, запердела и затроила, что чуть не начала в очередной раз разматывать своих борщовок за всю хурму. Спокойно, не потей лошадь. А вообще ей с такой психикой по-хорошему бы ребят в белых халатах на дом вызвать, чтобы они ее дуло оттащили подальше от всех средств связи на пару километров. Я не виновата в зарплате 20 тысяч любого гражданина Российской Федерации. О как! Начали с того, что ты обосрала всех нищебродов? А закончили низким прожиточным минимумом по России. Абсолютно там нет никакой моей вины, потому что я плачу налоги. Кого? Потому что я плачу налоги. А, ну раз налоги платишь, можно дальше своим ведром для плевков видосики записывать. Они все равно все в терпилово родились. Там зарплаты ж 20 тысяч. Не, ну сами же виноваты. Ваше дело телячье, как говорится, обоссались и стойте. Ксения, как и любая другая медийная личность, очень тщательно следит за своей репутацией, что подтверждает один из ее бывших ухажеров. Мне жена, она мне все время говорит,
ты не должен опорочить мою репутацию, я свое имя делала. Но дело в том, что репутацию Бородиной, судя по всему, снимал Квентин Тарантино. Так, например, в один из прекрасных летних вечеров Ксения Бородина вместе со своим уже другим ухажером Михаилом Терехиным стала виновником торжества. Белая британская трехтонная корыта из болтов под названием Range Rover попыталась закрыть шашечку и подрезала рандомный Opel. В результате белая капсула смерти вместе с пилотами отлетела в сторону, сделала тройное сальто мортали и задела еще несколько автомобилей. Как рассказывают очевидцы, за рулем находилась Ксения Бородина, надышавшись этиловых газов. Телеведущая села за руль в нетрезвом виде. Эти ехали вот так вот, вот на этой машине. Они ехали вот то ли пьяные, то ли обкуренные, непонятно что, была девушка за рулем. Бородина же заявила, что этиловый бальзам, который нежно лился по душе, ни в чем не виновата. Виновата-то, оказывается, во всем машина. В общем-то, виновата моя машина. Вот сволочь такая. Сама завелась, сама поехала. Еще и такой пируэт устроила. Ух уж эти современные технологии. Водитель, который был за рулем, я сидела на пассажирском сидении. Бородина была за рулем. Сейчас они пытаются сделать так, что не она была за рулем. А быть может, так оно все и было на самом деле. Ксюша на радостях решила немного пригубить и покататься по ночной Москве. При этом управляя автомобилем прямо с пассажирского сиденья. Он стоит, улыбается. Имени водителя, который был за рулем джипа, телеведущая журналистам называть не стала. А так всегда, когда решил устроить двойной форсаж и тебя повязали служители закона, очень сложно вспомнить имя вымышленного водителя. Кто там управлял, чем там управлял, трубки какие-то в рот мне пихаете, дуть. Предлагаю вам продать. Ты согласна продать? Да, Виген. Нет. Ну, всякое бывает. Жизнь же штука такая, непредсказуемая. То белая полоса, то черная, то встречная. Не боитесь теперь садиться за руль? Нет, не боюсь. Ну и правильно. Вы лучше бойтесь. Вообще, с автомобилями у нее сразу же не задалось. Так же, как и с мужчинами. Папарацци запалили Ксению Бородину за очень нехорошим делом. Она, дабы в очередной раз бесплатно пропиариться на всю Россию, не платить за платную парковку и сэкономить 180 рублей, заклеила номера того самого Range Rover. Хочется верить, что на сэкономленные деньги народная избранница из народа организовала благотворительный фонд для помощи малоимущим детям. И раз уж такое благое дело, Бородина начала экономить деньги еще более активно. В инсте она вместе с подругой, трезвая и счастливая, мчит на белом коне после шопинга из ГУМа. А вне инсты, в реальной жизни, Ксюша в тот же день на вещевом рынке шароебится среди рядов с женскими платьями, распродажей и все по 500. Да ладно, вы просто не в курсе, наверное, были. Собянин же рынок-садовод в ГУМ перевез, чтоб плиткой новой всю эту красоту обложить. Просто тут такое дело. Ксюша любит обвинять своих коллег по блогерскому цеху, дескать, их шмотки паленые, не оригинальные. Мы же знаем, что они садоводы. То ли дело рынок. Там только Арига. Ну ладно, очень качественная копия, визуально неотличимая от оригинала. Особенно в отделе все по 500. Меня с подружкой поймали на рынке вещевом. Дешевка. Я вон вчера только, кстати, из Парижа вернулся. Отдыхал, осматривал местные достопримечательности. Сейчас фотку, кстати, покажу. Тут меня, правда, нет. Не стал своей физиономией красивый кадр портить. Как-то раз Бородина опубликовала в своем профиле фото с сумкой Шанель, цена которой варьируется в районе 400 тысяч рублей. Но особо активные фанаты народной теледивы нашли место, где Бородина приобрела эту самую сумку за 32 тысячи рублей. В ответ на обвинения из всех орудий в очередной раз полетели корявые оправдания. Многие из этих групп, они дают 1% информации реальной, остальное все не настоящее. Ксюшка, ну ты что, надо было сразу вот такую покупать, оригинальную, чтобы не докопались. А что, нормально, как раз на рынок будет ходить удобнее. Не смешно. С интеллектом там, кстати говоря, так же, как и с брендовыми вещами. Его просто нет. Одна из подписчиц как-то раз спросила у Ксении, как та относится к роману «Лолита», который написал Набоков. Ответ не заставил себя долго ждать. Всезнайка не удосужилась хоть маломальски изменить рецензию из первой ссылки в Гугле. Знаете, на ее месте честнее было бы написать: «Да, отличная книга, и Лолита молодец, да и песни у нее классные». Нет, не надо слов. Я ненавижу вранье. Нет, умные мысли часто ее преследовали, но она всегда оказывалась быстрее. Куриный мозг. Я честна со своей публикой, достаточно открыта и откровенна. Я сама из народа, и я это все очень люблю. Всегда была, ну, барышней из народа. Именно поэтому и рекомендуют исключительно народные вещи, честные и откровенные. Ксения Бородина оказалась замешана в громком скандале, связанном с аферой с айфонами. Теледива рекламировала на своей странице в соцсети услуги компании «Сайфон».
Sales American Store. И главный плюс этих айфонов заключался в том, что стоили они примерно как кнопочная Nokia с черно-белым дисплеем и с фонариком. А вот минус был в том, что после оплаты магическим образом пропадали как продавцы айфона, так и сама Бородина. А после завершения акции невиданной щедрости, по закону жанра, телефонный магнат всю ответственность спихнула на своего директора. Разместить пост о компании Sales American Store ее попросил директор, который якобы смог получить iPhone по низкой цене. Одуревшие мушкетеры опять народную звезду решили подставить. Говорю там, ну, не ведитесь на мошенников, там выставляю какие-то видео. Вот так вот и мути с ней после этого, серые делишки. Да она ж тебя при первой возможности сдаст, как алкоголик стеклотару. Если я вам что-то рекомендую, значит... как бы я это попробовала. Также Бородина является выпускницей той же школы магии, что и Елена Блиновская. Там такие подружки, да ты шо, днем айфонами торгуют, по рынкам шляются и на машинах переворачиваются, а ночью чужие желания исполняют. Блиновская, кто не помнит, это та, которая налогов на миллиард не доплатила, схватила в охапку деньги и попыталась свалить из страны, но в итоге была поймана группой быстрого реагирования как дешевка. Да деньги. Короче, с магами, бизнес-тренерами и прочим отребьем Бородина на короткой ноге. Ксюша активно помогала пиарить тот самый шедевр современного кинематографа, который был снят по мемуарам Блиновской. Напомню, у того фильма было только две задачи. Во-первых, отмыть бабки, которые фонд кино на него выделил, и во-вторых, прорекламировать мошеннический марафон желаний самой Елены Блиновской. Короче, подельницы, не разлей вода. И судя по их инсте, Бородиной в этих отношениях Бибы и Бобы была отведена роль шлифовальной машинки, ибо блеск задницы Блиновской выжигает глаза. Ах, это Блиновская. Болезнь оказалась заразной, и Ксюшу потащила, как судака по Енисею, не в ту сторону. Вы знаете, ну втягиваются все. Сегодня мы рисуем с Ксенией Бородиной. Многие могли бы подумать, что этот Леонардо да Винчик пишет Монолизу детскими фломастерами, а нет. Это новая техника по исполнению желаний. После этих каракулей, по задумке создателя, вас ждет приток денег, счастье в жизни и кровь из глаз. Чудо называется нейрографика. Нейрографика – это изобразительный метод работы с подсознанием. Знанием и эффективный способ изменить жизнь в лучшую сторону. Очередной лохотрон, основанный грамотным психологом. Просто рисуйте в тетрадке что хотите, эффект будет одинаков. Я ненавижу вранье. Вот видите, вы полжизни на заводе вкалываете, а надо было всего лишь навсего у Бородиной купить белый лист А4 и цветные фломастеры. Помимо магии, были на ее тернистом пути и более приземленные вещи, а именно гивы. Гив на человеческом – это когда Бородина рекламирует разного рода интернет-сброд под видом конкурса, короче, козлиный разврат. Мы разыгрываем не один, а целых два новеньких автомобиля. Персонажи, на которых надо было подписаться там – мое почтение. Весь состав битвы экстрасенсов со всех сезонов сразу. Курлы! Курлы! Например, хиромант Артур. Всего за 10 тысяч рублей поможет вам забеременеть. Слишком по-свойски, но допустим. Ясновидящая леди Флора в своем WhatsApp поменяет ваши 5 тысяч рублей на свои 100, зато заряженные на жизненный успех по всем направлениям. Я вот лично считаю, поддаться на такую авантюру – это уже успех. Я сделаю огромные розыгрыши, да, люди, извини меня, ну, как бы получают машины, квартиры, еще что-то. Это же тоже там на благо моих подписчиков. Да, после такого блага подписчикам теперь еще лет 6 разгребать за ней и от коллекторов прятаться. Прямая кишка, как говорится, вылезла и сказала привет. В личной жизни Ксюши также не без проблем. Ксения Бородина – человек с проблемами в личной жизни. Как ты думаешь, почему? Первым из интересных пациентов, перед которым был открыт анальный зонд, стал Михаил Терешин. Бывший майор полиции и бывший участник Дома-2 и бывший Бородиной. Собрал комбо, так сказать. Помимо покушения на роль Альфонса, он был обвинен в покушении на мошенничество. Как стало известно, коллеги по опасной работе после скандала со взяткой порекомендовали Михуилу залечь на дно. И он, послушав совет старших товарищей, отправился на это самое дно. На Дом-2. Заехав в хату на белой печи, Емеля тут же покорил всех участников проекта. Руки-тануки, подобно стриптизеру из средневековья, был умным, галантным, обаятельным и крепко сложенным, как кирпичная параша. Тут-то Купидон и поразил сердце Ксении Бородиной своей кожаной стрелой. Будучи хорошим мужем, Ксения решила помочь Михуилу с его уголовкой и забашляла за адвоката. Как итог, после судебного заседания вместо реального срока Терехину выписали штраф в размере 450 тысяч рублей. Вместо вопросов в стиле «Вилкой в глаз или в жопу раз». Ну, естественно.
Могли бы, конечно, и поменьше сумму сделать. Мы расстались с Бородино не только из-за моего тяжелого характера. Я начал ей буквально пользоваться под конец наших отношений. А нормально он это придумал. Вместо отсидки просидел на телеканале ТНТ на печи, закадрил богатую милфу со связями и за ее же счет отпетлял от тюрьмы. Ну, бракованный попался, с кем не бывает. Так они и разошлись. Следующим домашним любимцем стал некий Омар Курбанов. Найдите 10 отличий, что называется. Ксюша просто кастинги проводит на одном и том же месте. На одном и том же Курбано-Тереховом заводе имени Стетхама. Так вот, Курбан Омаров. Только благодаря мне его узнали как Курбан. Байран. А вообще хоть горшком назови, разницы нет. Ведь на весь интернет отлов кальмаров известен как дрессировщик кота Шантика. Шай, голос. Красава. Вообще, в том, чтобы сидеть дома, на шее у Бородиной, и от нефиг делать начать дрессировать кота, лично я не вижу ничего постыдного. Правда, не все разделяют такую позицию, отчего сам щелчок затворов частенько подгорает. Хейтеры активно обсуждают финансовую несостоятельность Курбана Омарова. В комментариях шутят, что его основная деятельность – дрессировка кота Шантика, домашнего любимца в семье Ксении и Курбана. Я же из Дагестана, как так? Пайпи вычисляем, где ты сейчас приедем? Сука, пайпи вычислю! Ты что, попутал? Да! Кто дрессировщик кота Шантика? Я дрессировщик кота Шантика! Собирались с ребятами, искали, хотели там голову отломать и так далее. Ломали голову, прыгали на машинах. Вот так вот по ошибке в интернете напишешь комментарий не тому человеку и все. Потом в лесу на коленях оправдывайся. Что ты имел в виду под фразой дрессировщик кота Шантика? Это неприемлемо. По-любому. Свои источники доходов, как и полагается истинному джентльмену, кальмар Сазанов очень тщательно скрывает. Ну это же прикольно не рассказывать. Если верить сплетням от Борщева, к основным источникам дохода Омара является кошелек Бородиной. Все, кто говорят, что я Альфонс, живу за счет жены, раз у них есть такие мысли, значит они хотят так же. Потому что надо было, брат. И вы не подумайте, он не Альфонс, просто так легче от налогов уйти. Ну, тяжелое время сейчас, трудно в белую работать. Мне похитили мусора. И где она только этих обмороков находит? Один мент в законе, второй по ночам из общака под названием «Сумочка Бородино» деньги ворует. Из позитивного кулак Охватов все-таки сумел отойти от дрессировки домашних котов и переключился на дрессировку Ксюшиного имени. Он открыл два салона красоты под маркой Ксения Бородина и занялся пошивом модной одежды. Кто швея-мотористка? Я швея-мотористка! Бей челюсть, чтобы не схлопать, будь десять! Да, молодец. Он мне сразу и салон открыл, и вещи, и сказал, я обязательно тебе буду помогать. Я тебя... Как итог, очередной мужик сбежал из питомника Бородиной. Ксюша обвиняла его в том, что он нихера не делал, сидел дома, игрался с котом, по ночам пропадал на тусовках и изменял. Курбан же заявлял обратное и обвинял ее в домашнем насилии. Ну я ее побаиваюсь, конечно. Сейчас вакантное место дрессировщика котов, домашние наседки и выслушиватели ежедневного бреда свободно. Поэтому, если вы высокий, статный, накачанный, без интеллекта и стержня, есть варик по-быстрому заработать. После развода Корбит Оксидов перешел с дрессировки кота и Ксюши к дрессировке своего собственного сына от второго брака. Внезапно выяснилось, что у сына Курбана Омарова, Омара Омарова, открылся третий глаз и очень свежий стартап. Купить подешевле и продать подороже. Отец Омара Омарова, Курбан Омаров, в ахере, насколько его сын самостоятельный Омар. Сегодня в 14:00 я открою анкету предварительной записи по обучению на маркетплейсе ровно на один день. В результате заботливый батя помог таки запустить курс своему сыну по тому, как правильно зарегистрироваться на Вайлдберрис. Ведь у отпрыска был гениальнейший бизнес-план. Волк с Уолл-стрит курит бамбук на садоводе. Да, я хочу продавать чехлы. У меня такая схема. 100 чехлов по 140 рублей. Я их продаю за 250 и 10 тысяч у меня в кармане. Офигеть. От готовых просто так расстаться со своими деньгами отбоя не было. Анкета открыта. Переходите по ссылке и заполняйте. Всем удачи и большого заработка. Заявки на участие в курсе текли, как желтая мочевидная река. Мы сейчас в режиме реального времени наблюдаем ваши заявки на курс. Люди регистрируются, и я прям сразу это вижу и отбираю. Я буду отбирать-то лично. Посмотрите, сколько людей. Посмотрите, сколько людей не хотят просто сидеть на жопе ровно, а хотят зарабатывать. Бездумно тыкать на клавишу вашего ноутбука со стрелочкой вниз сегодня называется лично отбирать каждую заявку. Вот они сидят, гении российской IT-сферы.
Чехлы от телефонов втридорога собрались продавать. Бородина же, в свою очередь, на фоне расставания решила запилить курс по разводу. В прямом и переносном смысле. Я знаю, что такое развод. Я вам могу сказать, что теперь я подготовила для вас шикарный курс. Я хочу лишь одного, чтобы вы были счастливы. После прохождения курса вы должны были стать уверенными, сильными, целеустремленными, красивыми, умными, роскошными, сексуальными, обаятельными, а иначе... А иначе это будет очередной бесполезный курс. Короче, собаки идут, караван лает. А я напомню, опыт у нашего сегодняшнего главного героя в беспорядочных связях есть. Я на самом деле свободный человек и могу встречаться одновременно даже с 10 мужчинами. Всего на курсе было 2 тарифа. За 6000 рублей для нищебродов и за 8000 для успешных. За эти бабки у девушек была уникаловая возможность посмотреть записи, на которых великовозрастная разведенка под бокальчик игристого изрядно шелестит. Спасибо. Начался уникальный курс по законам жанра с рассказов про точку А. И пусть это будет точкой А. Пишите свою точку А. Важно видеть свою точку Б. То есть вы из точки А прогнозируете то, что приведет вас к точке Б. Точно. Там еще что-то было про зеленые волосы. Впервые вижу человека с зелеными волосами, как у вас. Отвратительные, некрасивые зеленые волосы. Выглядит круто, если не смотреть. Что бы дальше ни произошло, я уже готов все свои деньги отдать. Вы получите на этом курсе главное – себя. Вы поднимете свою самооценку, вы поверите в себя, вы научитесь с оптимизмом смотреть в будущее. Сегодня я буду той, кто даст вам волшебный пинок. Мне девочки писали: дай нам леща, дай нам пинка под зад. Далее пошли действительно полезные советы. Вот всегда нужно идти вперед. А я обычно задом предпочитаю, так удобнее и колени меньше болят. Что ж теперь, переучиваться придется? Кто нас не убивает, то делает сильнее. Безумно можно быть первым. Если вас оскорбляют и унижают, так, как наедине, так и в присутствии других людей, если на вас поднимают руку, ага, не дай бог, все это деструктивное поведение. Вы должны это запомнить. Это деструктивные отношения. И... Что делать-то надо в таких ситуациях? Первое, что нужно сделать, это перестать себя винить, безусловно. А, меня бьют, и виню я за это себя. Поднимите руку вверх, выдохните. Резко отпустите вниз и скажите: най-най-най-най-най! Слушайте, помогло, прям легче стало. Прям возьмите, пожалуйста, аскезу. По лицу сразу видно, что она явно знает, кто это такой. Далее Бородина советует людям, которые купили ее курс за 6000 рублей, переложить ответственность за детей на няню, ну, на крайний случай, на домработницу. Если есть дети, общайтесь только по поводу детей, а желательно вообще переложить эту ответственность, как у меня, например, на няню, да, или на, там, не знаю... Сейчас же в каждой семье есть домработница и няня, да? Не? Сразу видно, любящая мать. Плохому не научит. Но вернемся к полезным советам для девушек, которые словили депрессию после развода. Ксюша пообещала дать какое-то действительно действенное лекарство. Я подготовила для вас специальное лекарство. Прямо сегодня, вот прямо запланируйте себе что-то. Я не знаю, что это будет, решите сами. О, блин. И правда совет на $1,000,000. Купить себе какую-то красивую вещь. Может быть, парфюм. Не знаю, там... На этом и закончим. Ощущение, будто бы мне напердели в уши за мои же деньги. Или сделайте массаж, сходите. Ну, спасибо. Далее старожила курсов и разводов провела для пытливых умов лекцию на тему самооценки, основанную на личном опыте. Если у вас самооценка, все в порядке. К вам будет тянуться коллектив, вас будет уважать начальник, вам будет предлагаться различная работа. Хорошо, сейчас а я задаю вопрос. Вообще, почему ты постоянно задаешь вопросы? Потому что я задаю вопросы умнее, чем ты. Извини, да, пожалуйста. Конечно, да. Я, по-моему, да, тоже ты можешь актуальный посидеть, вопрос сейчас. Ты можешь посидеть. Да, давай, можно пить, а лучше еще будет. Ну ладно, это уже придирка. Просто у Собчак, сами понимаете, такие связи, там лучше свой пигиди лишний раз не подставлять. Зато при общении со своими подписчиками самооценка раскрывается так, как будто бы я попал в свинарник. Надо быть такими мерзкими бабенками, блядь. Что ты, блин, за мерзкое вообще существо, оказавшееся в моем инстаграме, в моих комментариях? Что тобой управляет, когда ты мне такие вещи пишешь, а? Крысятина. А у меня на этом все. Спасибо вам огромное за просмотр, дорогие мои друзья. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете о Ксении Бородиной. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А вот уже тут мне пишут, что... Вот это нормально, вот это по-нашему. Да, да, вот подписочки пошли, все хорошо, молодцы, спасибо вам огромное. Собираем 3000 новых подписок на канале, и я выкладываю новое видео, как и договаривались с вами ранее. Все, пойду хоть...
туалет, что ли, схожу?